выпьем кофеечка. Вы представляете, меня не было в Акьяке больше месяца. Приезжаю, а мой друг так и ходит, ищет сокровища и рыбу. Да, друг мой? Все так же, в поисках. Привет, друзья! Ну а сейчас будет сказание о том, как важно добиваться своего, когда вы действительно правы. И со мной произошел очень необычный случай. Я закончил путь и перебрался уже в Бодрум. На Booking я нашел за смешные деньги, в общем-то, за 10 евро хороший номер, который мне понравился. Ну и все бы ничего, но только это пятница, это уже вечер, и уже 8:30 вечера темно, и в 9 начинается комендантский час. Прихожу я в отель, все, регистрируюсь, а мне администратор говорит: вы знаете, ошибка, это не может быть 10 евро, у нас номера стоят от 25. Я говорю: ну вот же Booking, ваш отель ваш, цена ваша, цена не наша. Говорю: ну отель ваш на Booking, да. Ну в общем, отказал мне администратор. И представьте, начинается комендантский час, ну куда уже ночь, можно, конечно, перерегистрироваться в другой отель, но я решил вопрос дожать. Написал сразу в Booking, и моментально мне ответили, позвонили администратору. В общем, этот вопрос как-то уладили и компенсировали мне. Сказали: платите по полной, мы вам компенсируем. Так что я сейчас в номере, а сейчас я вам покажу, как здесь. И сегодня это мой вид. Я думаю, я заслужил его. Ну и прогуляемся в номер. Очень уютно. Ну и подтверждением тому, что я нахожусь на корейской тропе, является даже вода. Видите, как в Турции производят воду питьевую в стаканчиках. Видите, написано кария. Кария су. Корейская вода.
друзья, желаю, чтобы все ваши запланированные путешествия, поездки, отдых сбылись. Кто-то поехал в горы и пошел по тропам, а кто-то сидел возле такого бассейна, попивая вкусный коктейль. Какие ровные камни, а ведь 4 век до нашей эры. Главные ворота были в город Минд, один из корейских городов. А вы уже чувствуете приближение Нового года? Так выглядит апокалипсис в Бодруме. Все застыло. Привет, собачки. Хоть вы тут присутствуете. Сегодня воскресенье. Карантин. Собака занервничала, потому что людей не видела уже давно. Да-да, дружок, все в порядке. Приятно пройтись бодрумскими улицами в отсутствие людей. Ну, прям везет мне в 2020 году быть единственным туристом. Штормовое предупреждение тоже всегда меня сопровождает. Начнется скоро дождь, и это тоже привычно мне. В общем, все в порядке. Одинокий черный кот. Ты куда, дружок? Пойдем вместе. Прям как в Сетубале. О, Merry Christmas. Чайку сносит просто. Еле держится, бедняга. Только на профессионализме своем. Ну это так, чтоб никто не забыл, где я нахожусь. Ну что, покидаю Бодрум с чувством выполненного долга.
маршрут закончил, переезжаю в Измир. Конечно, хочется оставаться в тепле, но всему приходит конец, чтобы началось что-то новое. Поэтому сейчас мой план переброситься в Измир, и вечером у меня самолет холода. Вперед! В общем, самолет у меня сегодня в ночь, но представляете, из Бодрума в Измир нет билетов. Просто расхватывали, как горячие пирожки, я просто не успевал. Только подхожу к кассе, есть свободные места. Начинаю брать, нет свободных мест. Но, к счастью, вот идет в промежуточный городок Миляс маршрутка. Я решил ехать перекладными на маршрутках. Но, в принципе, спринтер комфортный. Чего сидеть, ждать с моря погоды. На море и так сейчас погода еще там. Так что вперед. В Турции на автовокзалах не все так просто. Видите, все эти маленькие ситилайт — это фирмы, автобусные перевозчики. И нужно еще знать, кто куда везет. То есть билеты продаются непосредственно в этих фирмах. Представляете, сколько их? Последние минуты в Турции. Я в международном аэропорту Измира и все-таки успел. Остается у меня 5 минут до конца регистрации, и вот я уже практически добежал. I'll stay.